мира среди юниоров 2011 года, четырехкратную чемпионку России, серебряного медалиста первых юношеских Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Аделину Сотникову! Это просто любовь. Это была история настоящей любви. Ваши аплодисменты! Спасибо, спасибо, спасибо!
много побед не только в спорте. В недалеком 2008 году интернациональное трио совершенно разных талантов принесло победу России на Евровидении в Белграде. Дима Билан, Эдин Мартон, Евгений Плющенко, давайте вспомним, как это было!